История, наконец. Нет, я же к этому же и говорю, что я как раз вот к этой вот к этому же вот и иду, что вот, вот все эти качества меня абсолютно устраивает. Стойкость, принципиальность и одновременно широта кругозора, охват, охват разного. Вот я, допустим, не понимаю, ну, серьезно, что вот абстракция, это же емкое, глубокое и широкое явление. И то, что эта галерея так же широко и емко охватывает, как опытных мастеров, которые блистательно работали и продолжают работать. Вот справа, слева эти господа на букву «З» и на букву «Ш». Вот. И одновременно идут такая хорошая молодежь, молодая, средняя поросль вот, вот в лице меня. Да, в лице меня. И, а дальше идут вообще хорошие, молодые, хорошие силы, которые то, что мы делаем хорошим парам, они делают легко, увлеченно и красиво. Вот. Поэтому я очень рад и очень горжусь таким прекрасным соседством, прекрасной галереей. Костя, знаешь, что? А нет, вы можете сказать об этой выставке, о теме этой выставки. Это ничего не значит. О моих работах? Вы уже готовы, да? На самом деле, тема мне подходящая в выставке, поскольку в моем творчестве никаких замыслов, никаких задумок там изначально для зрителя ничего не навязано. Для меня абстракция, она, в общем-то, в самом примитивном смысле абстрактна, не фигуративна. Мои работы в соответствии с названием выставки, да, ничего не значат. С одной стороны, это, наверное, как-то, можно сказать, ну, глупо. С другой стороны, это, наоборот, гениально. То есть, у каждого свой взгляд на абстракцию. Для меня большая честь выставляться с участниками, с другими участниками на этой выставке. Это большие имена. В этом контексте, в общем-то, мои работы у меня тоже как-то смотрятся совершенно иначе. Интересно, и происходит такая взаимосвязь между работами. Это всегда как-то неожиданно, интересно на это взглянуть со стороны. Да. Я бы начал так. Слышно? Абстрактное искусство в моей жизни занимает особое место. Очень давно. Около 40 лет назад. 40 лет назад. Я увидел беспредметные композиции впервые, естественно, в репродукции. Была середина 70-х годов. Я увидел беспредметные композиции Казимира Малевича. И эти вещи покорили мое сердце. Вот в 86-м году, когда я впервые в жизни приобрел первую настоящую картину современного художника, была абстрактная работа. Всегда выставки абстрактного искусства меня привлекали. Чем привлекает это абстрактное искусство, которое, кстати, многие считают, относятся к нему как к какой-то периферийной жизни на пространстве современного искусства. А привлекает она меня тем, что этот язык, который как бы ничего не значит, как следует это из названия этой выставки, попытки расшифровки и прочтения этих текстов, они чрезвычайно увлекательны. Это для меня в высшей степени притягательно. Я все-таки считаю, что это тексты. Это, возможно, невербальные тексты. Знаете, у Мордашвили есть такая фраза «молчание тоже текст».
все является текстом. Мы живем в мире текста. В этом смысле я сейчас как бы ухожу в сторону концептуализма, но в действительности абстрактное искусство – это, конечно, текст. Я имею в виду, говоря про чтение абстрактной работы, не нахождение там каких-то фигуративных образов. Не дай бог, чтобы кто-то так подумал. Я имею в виду нечто совсем другое. Я считаю, что это всегда послание. И вот мы на прекрасной выставке, где собраны очень разные художники, знаменитые и прекрасные с моей точки зрения. Я их люблю, такие как Юлинов, Злотник, Шелковский, еще много других. Художники, к которым я отношусь с большим интересом, они как бы являются устоявшимися авторитетами. Есть художники, которые, я их тоже люблю, я отношусь к ним с огромным уважением, и внимательно смотрю, такие как Наташа Ситина. У меня есть, например, в коллекции ее работа, я одна работа, я очень горжусь. Или Катя Васильева, с которой, кстати говоря, я тоже познакомился много лет назад, когда она еще делала не абстрактные работы, а примитивизм. Я хочу ее поздравить с этой прекрасной выставкой и пожелать успеха этой замечательной выставки, художников, которые здесь представлены. Что для вас абстракция вообще? Да. Вот, означает ваше творчество. Почему вы продолжаете с ней? Да, начнем с того, что к абстрактному, так сказать, искусству я обратился еще в юные годы, где-то в 59-м году я увидел выставку американского искусства в Москве, в Сан-Франциско. У меня очень сильное впечатление произвел Джексон Поллок, Дуйнинг, вся эта компания. И я, естественно, стал пробовать какие-то новые для себя языки. Потому что мне показалось, что благодаря этому языку я могу более свободно выражаться. Тем более в те годы жесткого социализма, когда даже импрессионизм считался таким не очень признанным явлением. Я увлеченно, так сказать, делал эти работы, потом я понял, что нельзя буквально идти за полком. Полк уже это сделал. Абстрактное искусство – это то искусство, где ты должен находить свой язык. Поэтому в течение там, почти 10 лет я писал только абстрактные картины, учился в этом институте. И после я скульптор образовал, даже у меня была абстракция. Но потом наступил какой-то момент, когда я понял, что мне уже даже, может быть, тесновато абстракция, не хватало образного какого-то начала. И я к тем добрым стал обращаться к фигуративной живописи, что, конечно, не нравилось чистым абстракционистам, потому что есть такая, понимаете, как бы клановость, что ты или абстракционист, или ты фигуративист. Но есть люди, которые ставят эту границу, а есть люди, которые считают... Часто возникает проблема пространство, плоскость и пространство. Считал, что пространство это всегда связано с натурализмом. Для меня, например, совсем другой вопрос. Вот последняя серия, как раз, которую я делал, она построена на том, что я думаю о белом свете, в котором как бы все цвета существуют, и как из этого белого цвета появляются все основные цвета, какие они создают пространство. В общем, практически я периодически возвращаюсь к поискам в абстрактном искусстве, с тем, чтобы через какое-то время вернуться обратно к фигуративной живописи и эти находки каким-то образом использовать в фигуративной живописи. И вообще мы как бы живем в двух мирах. Понимаете? У нас есть мир реальный, который нас окружает, а если говорить об абстрактном искусстве, все-таки это нереальный, но это мир как бы художественного пространства. Вот пересечение двух пространств, художественного пространства и пространства жизни, вот этот стык очень важен. Мне кажется, что сейчас наступает такое время, когда фигуративное искусство и живопись должна снова зазвучать новым языком, с новой силой. Абстрактное искусство дает, во-первых, свободу, но и какие-то новые, так сказать, формальные поиски. Поэтому я занимаюсь большим увлечением, периодически перетекая. Ну вот я такой человек, понимаете, с собой ничего сделать не могу. Спасибо. Да. Мне кажется, идея выставки это ничего не значит, не печально актуальна, потому что в последнее время
очень часто приходится слышать, что художники, особенно художники, выходят за пределы каких-то таких обычных традиционных визуальных выразительных средств, что они занимаются ерундой, что они делают никому не нужное, что они иногда даже говорят о том, что они, значит, пользуются государственной поддержкой, совершенно незаслуженно и так далее. В общем, какая-то очередная ерунда. Значит, надо сказать, конечно, что абстрактное искусство – это, во-первых, глубокая традиция, в том числе традиция в русском искусстве 20-го века. Мы можем помнить и Кандинского, и Малевича, и не только их, но очень многих других. Потом мы можем помнить замечательную волну второй, так сказать, русский авангард, как он называется, сурреалисты, те, которые, собственно говоря, через абстракцию обретали некоторую внутреннюю свободу, которая была необходима в конце 50-х годов. Юрий Савельевич Злотников как раз один из пионеров вот этой новой волны обретения свободы через обращение как бы первоистоков, через ритм, через цвет, через конструктивную композицию и так далее. Все то, что, собственно говоря, лежит в основе вообще любого из проектного искусства, которого только почему-то по недомыслию приписывают задачу, очень узкую задачу жизнеподобного или даже натуралистического изображения реальности. Задача искусства гораздо глубже, гораздо шире, гораздо умнее, потому что искусство должно говорить с человеком о каких-то высших смыслах, о высших ценностях, о миростроении, о мироздании, о мировоззрении. Вот это все вещи можно выразить прекрасно через абстрактное искусство. Конечно, это требует некоторой подготовки зрителя, но зритель у нас все-таки в большинстве своем тот, который вообще хочет что-то узнать, он все-таки достаточно умный, достаточно любознательный. Мне кажется, что в этом отношении все будет хорошо. Что касается этого проекта, мне кажется, это замечательный замысел, замечательный проект, потому что он показывает мастеров, как широко известных, так и мастеров, может, более молодых, но всех, безусловно, в каждой работе это абсолютно видно четко, что это художники, которые ищут собственное выражение, выражение собственных идей, собственных мыслей, собственных ощущений. Вот. Но у каждого они разные, но то, что в них у всех есть, абсолютно у всех, это абсолютная искренность, абсолютная честность. Вот это авторская честность, это качество, которое в абстракции может проявляться даже в большей мере, чем в искусстве фигуративном. Где-то можно спрятаться за сюжет, ты можешь спрятаться за какую-то историю. А здесь за этим спрячься, ты должен выворачивать себя в буквальном смысле на холст, на бумагу. И таким образом вступает диалог со зрителем. И мне кажется, что участникам этой выставки, безусловно, это даже удастся. Спасибо.